идея росписи храма? Идея росписи появилась при предыдущем настоятеле благочинного храма, отце Сергея Митаса. Это его была инициатива, это его было желание такое начать роспись храма. Начали мы с того, что сейчас в епархии есть специальная художественная комиссия, которая утверждает вот это все роспись все вместе с владыкой Меркурием. Мы подавали несколько раз вот эскиз об утверждении, в каком именно стиле или жанре описать вот этот храм. Но сослались на то, что было подобрано в основном под иконостас. Вот у нас мраморный иконостас, и поэтому роспись именно сделана и утверждена в византийском таком стиле, и чтобы она соответствовала нашему иконостасу. Начали мы расписывать храм при отце Сергея Митасове в апреле 2018 года. С трудностями очень мы продолжали. Много было таких моментов, что даже вопрос становился о том, что из-за отсутствия средств прекратить роспись храма, потому что не было чем рассчитаться с художниками. Вот это как приходите при входе, вот трапезная часть, вот эта вот трапезная, видите иконы с одной, с правой, с левой стороны, вот тут внизу как заходите. Это все иконы написаны прихожанами нашего храма. Они пожертвовали полностью, вот сколько стоит икона, значит, было пожертвование в память или в роспись, то, что они участвовали. Ну как, сейчас у нас еще задолженность по росписи 1 700 000 рублей. Есть, ну, специально люди нам помогли, только дали все это, оформили мы вот этот долг, все официально, все это. Поэтому, если кто вот увидит и прочитает эту статью, и видит роспись этого храма, а это один единственный в нашем районе расписанный храм, новый, построенный, освященный в 2016 году, строительство закончилось, мы просто обращаемся и в отсутствии и с его благословения, с настоятеля. Я от имени настоятеля хочу обратиться к людям. Может, кто окажет нам еще помощь. Может, кто-то хочет память оставить, какую-то часть росписи взять, вот, оплатить еще. Мы готовы это все принять и сделать, и, как вот говорится, все поблагодарить за это людей, кто еще будет принимать. Но благодаря тому, что вот еще у нас жертвовали люди, кто смог, кто 1000, кто 500 рублей, люди приходили, вот кто сколько мог еще, это тоже нам помогало, понимаете? Вот в какой-то степени все общими людскими усилиями, вот этим всем мы закончили, чтобы вот этих ни лесов у нас в храме не было, ничего, чтобы мы могли спокойно прийти, помолиться в такой красоте храма и попросить у Божечки помощи и благословения. На данный момент в нашем храме находится чудотворная икона святителя Николая Чудотворца. Эта икона очень старинная, она написана в 18 веке. И были случаи, когда получали исцеление от различных болезней, просящие у нее, поклоняющие люди, о своих просьбах получали. Николаю Чудотворцу молятся во всех наших нуждах. Кто нуждается в финансовом состоянии, просит, есть проблемы в физическом, телесном, духовном, исцеление от болезни. Очень много, это очень великий и хороший труженик. У нас эта чудотворная икона пробудет до крещенских праздников. Поэтому приглашаем всех, приходите, просите. Просите, дано будет, ищите и найдете, стучите, отворят вам. Только молитвой, только просьбами, только прилагаться к этой вот частичке этой мощи, все, мы можем получить желаемое. Я желаю всем здоровья, благополучия и всех самых земных и небесных благ. Будьте все здоровы!